Для того, чтобы транслировать изображение телефона на компьютер, потребуется приложение Wormhole на компьютере и телефоне. Ссылки будут в описании. Также потребуется USB-провод. Для начала в консоли разработчиков нужно включить откладку по USB. Чтобы открыть консоль, несколько раз во вкладке о телефоне нужно нажать номер сборки. Как вы видите, у меня уже все открыто. Так. Вот появляется консоль для разработчиков. И откладка по USB, она уже у меня включена. Затем подсоединяем ПК с телефоном через кабель USB. Входим в приложение на ПК. И на телефоне. Нажимаем Connect Wormhole на телефоне. А на ПК выбираем устройство. За iOS нужно платить. Так. Так. Ну и затем на телефоне появится сообщение, где вы просто нажимаете ок. У меня оно уже не появляется, так как я это уже проверял. Ну и вот, ребят, наш с вами телефон переносится на компьютер. Вот, смотрите. Да. Можно сделать на весь экран. Вот. Эту программу можно использовать, например, чтобы снять более качественное видео с телефона на YouTube.